Вот это та самая гостиница «Пенинсула», в которой в 1941 году была капитуляция перед японцами гарнизона Гонконга. То есть они в 1941 году напали на Гонконг. Британцы с союзниками продержались 2 недели и в этой гостинице капитулировали перед, соответственно, японскими генералами. После этого начался геноцид, как нам рассказывали. То есть вот эта вот старая гостиница с начала века прошлого.